Здравствуй, Василиса. Здравствуй. А ты сегодня что-то такое интересное делала на онлайн-студии? Да. Расскажи, пожалуйста, что ты делала? Домики делала. Это такая поделка? Да. А какое время года ты изображала? Изображала зиму. Зиму, да? А как мы можем узнать, что это зима? Это снег. А снег из ваты сделан. Это снег. Он из бумаги. На крышах лежит, да? Да. Здорово! И ты даже украсила звездочками Да. А блестящими. знаете, я раскрасила рамку красками. Красками раскрашивала. Ой, так ты тут много всяких техник использовала. И красками раскрашивала, и вырезала, и приклеивала. Тут и вата, и бумага цветная, и А краски. это дверь. И дверь домика есть. А вот эта рамочка, из чего такая интересная рамочка получилась у тебя? Что ты использовала? Использовала для рамки тарелку. Вырезала с резинкой и получилась такая вот. Бумажные тарелки? Да. Интересная техника. Прям поделка такая интересная получилась. Со мной Здорово. еще рисовала сестра. Вот Еще ее сестра тоже поделка. делала. А сколько лет твоей сестричке? 3. 3 годика? Ну-ка давай посмотрим, а где наша сестричка-то? Где там наша сестричка? Ну-ка давайте посмотрим. Вот она, сестричка. Это ты сама делала такую поделку? Алиса? Тебя Алиса зовут? Такую поделку А тоже сделала? мне лет О, 5. здорово. А мне 5 лет. Тебе 5 лет, да? Ну, ты постарше, молодцы, здорово у вас получилось. А маме-то понравилась ваша поделка? Давайте спросим у мамы. Ну, покажи маме свою поделку, посмотрим. Ой, красиво. Красота. А давайте спросим у мамы, как же так дети занимаются на этой онлайн-студии? Нравятся ли маме такие занятия? Нравится. Хорошо занимаются. Сами все сидят, делают, потом повторяют. Ну, мне нравится, что очень много, как бы они сами, им легко потом самим и всеми материалами пользоваться. И сами они потом уже свои картины рисуют, что-то вырезают постоянно, клеят сами уже все дома, какие-то там свои фантазии. Полезно, да? Полезно эти занятия. Да, вижу очень большой прогресс. Здорово. Алиса, там кукла. Их Ну все? Пожалуй. Пока. Пока.